Добрый день, друзья! Прекрасное, солнечное, праздничное утро! От всех прекрасных женщин «Стройгарант Анапа» мы поздравляем уважаемых мужчин с Днем Защитника Отечества! На вас возложена такая ответственная и, наверное, самая главная миссия – защищать. Вы с этим достойно справляетесь. А мы, в свою очередь, уверены, что мир в нашей семье, мир в нашем доме, мир в нашей России под надежной защитой. Дорогие наши коллеги из «Стройгарант Анапа», те, кто сейчас в офисе или на строительной передовой, у вас такая мирная профессия, вы строите нам дома, а значит, строите жизнь. Мы поздравляем замечательных мужчин с этим прекрасным праздником. Всех жильцов наших жилых комплексов и коттеджных поселков. В мужской февральский зимний день пусть вас согреет поздравление. Прогонит прочь любую лень и вам поднимет настроение. Пусть все сбываются мечты, в реальность планы притворяются. Пусть в жизни много доброты по сферам всем распространяется. Желаю много счастья вам, любви огромной, крепкой дружбы, больших побед по всем фронтам, всего того, что вам так нужно. Уважаемые мужчины, в этот праздничный день разрешите высказать вам свое восхищение. Пусть здоровье будет крепким и никогда не подводит. Возможности опережают ваши желания, а рядом будут любимые и дорогие сердцу люди. С праздником, с Днем Защитников Отечества! С вами был «Стройгарант Анапа»